Напомним, в этом году чиновники нам пообещали отремонтировать две дороги города. Это улица 23 Победы и Всеобуча. И вот июнь месяц подходит к концу, а на улице 23 Победы никаких изменений так и не происходит. Что не сказать про дорогу по улице Всеобуча. После установленного бордюрного камня здесь появилась дорожная техника, которая срезает старый асфальт. Но такие неудобства водители города потерпеть готовы. Главное, начало положено. И наверняка совсем скоро мы увидим и асфальтоукладчиков. А вот когда именно, пока неизвестно, ведь даже на знаке, которая оповещает водителей о ремонте дороги по улице Всеобуча, сроки не установлены. На знаке лишь написано, что ремонт займет 60 рабочих дней. А это значит, что теоретически он закончится 15 сентября. Ну что же, мы ждем нового асфальта и продолжаем следить за дорожными изменениями.